Вау! Такая красота! Я не была там. Ханты его называют Канаспуга, князя гора, потому что уже с 17 века здесь начали представлять на княжение местных мужчин. И мы предлагаем пройти сакральное очищение дымом перед тем, как пройти к священным березам. Священные березы – это то место, где мы обращаемся к духам-хозяевам этих мест. Эти ленточки после обряда очищения завязывают для того, чтобы было благополучие. Можно загадать еще желание. Кроме дегустации рыбы и ягод, посещением чума, также в рамках экскурсии мы сейчас есть. С вами познакомимся с традиционной одеждой коренных народов Ямала. Не видели монтаж, чик-чик. Ну красота. Мечанец. Изонка. А можете показать эти сакральные движения? Вот я не умею это рисовать, к сожалению. Да, я же вокруг. Да, да. С платком. Да. Крутится. Как будто бы ловим рыбу, да. Как будто бы ловим птицу. Не знаю, с детства помню такое движение, вот когда оленя изображают. Да. Давайте кружиться, девчонки. А как? Вот так. Сейчас как будто бы я на такси. А как зовут оленя? Бэмби. Какой-то английский у вас олень. Это из мультика. Нашли его здесь местные. Губами. Хочет кушать. Да. А вот он и попал к нам, потому что был раненый. Его нашли местные жители. Подлечили, отдали нам. Вот он отбился от стада, нашли его уже в таком состоянии. Я новый способ нашла, как сшивать. Какой? И хочу очень с тобой поделиться. Я Давай, я вот ты... хочу очень послушать. Какой же ты нашла способ сшивать?